Смотрим сегодня Toyota Camry, 50-й кузов. Смотрим для клиента из Санкт-Петербурга. Обратился за помощью в осмотре перед покупкой. Итак, Camry у нас 2013 год выпуска. Двухлитровая версия, 148 лошадиных сил на автомате. Достаточно средняя комплектация с пластиковым рулем, с велюровым салоном. Значит, резина у нас два баллона заводских, два баллона докупалась. Вот так вот выглядят боковины сидений. Ну, на мой взгляд, в принципе, в нормальном состоянии. Руль также в хорошем состоянии. Пластиковый, правда. Пробег у машины в районе 100 тысяч километров. Но пробег бьется по базам, и визуально видно, что не очень разнится с заявленным. То есть нету пробега 200 и тому подобное, как у многих машин этих лет. Есть крашеные элементы, достаточно много. Есть местами локально шпаклевка. Ошибок на машине нету. Стекла у нас, кроме лобового, все заводские. Вот так вот выглядит моторный отсек. Весь чистенький, сухой. Двигатель работает хорошо. Как бы нареканий здесь нет никаких. По езде тоже все нормально. Едет, тормозит. Двоякое чувство у заказчика. Так, машина хороша, но много окрасов. Поэтому он отказался.